поехали. Hello, my name is Rina, and many days ago I have a trip in Belgium, and I walked around the street, and I think I very miss my home, but I have a very great time in Belgium, and I really don't like to go home because I like modeling job and I like to stay in different countries, and I want to take a trip, and I think it's a very good idea for me, and I like modeling. Passion, my profession. Привет! Это самая, ну да, это самая настоящая профессиональная модель. Помаши людям рукой, чтобы они тебя идентифицировали. А это мама модели. Кстати, когда мы берем модели, мы обязательно смотрим на мам. Мы как бы опускаем тему возраста, но мама выглядит практически как старшая сестра. Вот, что я думаю, очень примечательно. Итак, вообще расскажите вкратце, мама, про ваши переживания и страдания. Я думаю, это гораздо интереснее, чем как вы привели ребенка в агентство. Вот по-настоящему, насколько было страшно? Ну, зачем сразу о плохом? Ну, я себя чувствую... Было страшно, журналистом. Не, ну на самом деле было страшно. То есть те, кто хотят услышать там все хорошо, все прекрасно, есть другая сторона медали. Отпускать одну мою такую маленькую милую девочку за границу каким-то тетькам, дядькам, малышку, было страшно. Но вот почему-то что-то мне подсказывало, что у нее все получится и что будет все хорошо. Вспомнили тут один случай. Был у нас конфликт между моей дочуркой и мной. Ну, сами понимаете, что дети-подростки не любят выполнять родители поручения, команды, поэтому... Ну, ребенок помыла плохо окна у меня. Соответственно, для того, чтобы был какой-то стимул, я ей поставила условие. Или ты уберешься дома, помоешь, вымоешь все окна, отдраешь, причем не одно, уже четыре, и тогда поедешь... Как нам? Лагерь модели, да. Это было заманчивое предложение, это было первый раз для нее, и, конечно, очень большой стимул для того, чтобы помыть окна. Поэтому бывают, конечно, конфликты, то есть... Да, кстати, без конфликтов не будет, уважаемые родители, и не надо думать, что если девочка пошла в модельное агентство, она стала конфликтная. Как только ей исполняется 14, 15, 16 лет, она будет все равно конфликтная, у нее появится свое личное пространство, она будет отстаивать какие-то свои уже, там, которые ей кажутся важными, там, идеи. Правильно? Конечно. Любой, наверное, ребенок в этом возрасте начинает показывать свое «я», характер перед родителями. Говорит, что я все знаю. Я все умею. Не надо меня ничему учить. Что вы меня учите, конечно. Вот я сегодня мозг-то взорвала как раз. Я объяснила, что она много чего не знает. Но если сравнить после поездки, то есть Рина, изменилась моя модель, то есть очень сильно, у нее повзрослели глазки, то есть у нее появились мысли умные, именно взрослого человека уже. Вот. По поводу глупости, ну, может быть, она еще и делает маленькие глупости, но уже осознает это. Поездка многому научила. Во-первых, самостоятельности, а во-вторых, это был первый опыт у нас, и сложности, конечно, были. Если ребенок не знает английского языка, то есть и попадает в такую языковую среду, конечно, будет там уже жуткий стресс. Очень будет сложный стресс, не только то, что переезд, там то, что новая страна, новые там люди. Там еще и пищевой стресс, новые и лица, так далее. То есть, тем более... Ну да, я была самая маленькая, но со мной была еще одна девочка Полина, ей тоже было 16 лет. Но она совершенно не уговорила на 16 лет, поэтому я чувствовала себя самой маленькой. И, ну да, поначалу было тяжело, потому что новая среда, новые люди, новое общение, совершенно другой язык. Поначалу, да, я очень сильно путалась, пугалась. Да, и первое время, конечно, мы очень... Я думаю, что нашим детям нужно давать возможность использовать такой шанс, побывать за границей, попробовать себя какой-то вот в этой именно профессии.
Я думаю, что у Кати получилось, она съездила, она поняла, чего хочет теперь от жизни, да, и как будет дальше двигаться, то есть какие-то цели, планы устанавливать себе. Я ее буду в этом всегда поддерживать. Угу. У меня есть несколько знакомых моих девочек, которые тоже нравятся модельный бизнес, то есть им нравятся разные фэшн-шоу, журналы, фотосессии, то есть они смотрят на меня, и они говорят, да, мы хотим так же, да, мы хотим того же. Но они, видимо, настолько ленивые, или у них не хватает какой-то смелости, что ли. Целеустремленности у них не хватает. Да, просто элементарно подать заявку на сайт, написать свой рост, параметры, пообщаться с агентом. Я не знаю, что, в чем причина, но, честно, когда я захотела, я просто взяла и делала. Да, она мне мозг выносила, извините за выражение, но очень долго. Просто... Я долго не соглашалась, чтобы мы пошли вместе на собеседование. Наверное, целый год, да, было у нас длилось, да, вот это год, вот то непонимание, то есть, да, я была далека от этого объекта. Стереотип, правильно, конечно, который сложился у людей. Годами, да, то есть мы родились в Советском Союзе, естественно, нас воспитывали родители, и модельный бизнес... Вы смотрели телевизор, да. Да, то есть это было что-то не советское, не российское, не знаю, и просто... Благодаря тому, что Рина, просто дочь моя настояла на этом, мы пошли на собеседование, и я согласилась. Но, думаю, посмотрю некоторое время, пройдет, ей надоест, она будет ходить, ну, мол, походит, ты успокоишься. Но на самом деле я впервые в жизни вот у своего ребенка увидела какое-то целеустремление, то есть она... Смотрела постоянно телевизор, где показывают модели, то есть она читала журналы, то есть она прямо вот вся уже в этом я была. Жила этим, она мечтала. А сейчас не живешь уже? Сейчас. Тем более уже были примеры, ей много рассказывали, да как там здорово, да как там классно, да. Она полюбила фотографироваться, что и дала школа моделей, то есть она... У меня выпрямилась. То есть вы же знаете, что подростки, когда начинают расти, у них начинает рост резко, ну, расти, в общем, быстро начинает, вот, у них сразу сутулость появляется. И эту сутулость, если вовремя родители не начнут убирать, да, как говорят, гимнастику какую-то сделать, сиди прямо там за столом, скажем, приемы ходьбы там и приемы, то, что их учили вот в школе модели, они позволили, наверное, вот именно скорректировать ее осанку. Плюс она очень много уроков получила по макияжу. А девочкам маленьким, это когда они только-только вступают в подростковую жизнь, это очень нужно. Поверьте. Сколько ты у меня покупала лайнер для глаз? Ну-ка скажи-ка людям. Вот скажи. Да, был такой момент, когда мне сказали, Катя, купи лайнер для глаз. Стоит, ну я не знаю, 200 рублей, наверное. Ну то есть вообще очень дешево. А я ходила, да, я куплю. И так прошло, наверное, больше, чем полгода. Я его наконец-таки купила, все, похвасталась и начала учиться рисовать стрелки. Но пришел тот момент, задание, когда я уже должна была уметь это делать, а я не умею, я только учусь. И вот этот момент, ну, как бы, это была такая ситуация сподвигающая, то есть я поняла, что если мне что-то говорят делать, то это действительно надо делать, а не сидеть сложа руки и думать, да ладно, я же все умею, я же все могу, я же такая крутая. Нет, это не так. Надо саморазвиваться, надо брать все вот, от советов, от каких-то, возможно, учений. То есть надо реально развиваться и реально делать то, что тебя просят, а не сидеть просто так на месте. Слушать своего тренера. Да, и думать, что учителя. Все так получится. А дело в том, что она вот у меня сейчас рассуждает именно после вот этой поездки первой, которую она посетила в Пекин. Потому что там жизнь совсем другая, я имею в виду скорость жизни. И то, что она там 2 месяца или полгода покупала здесь карандаш, чтобы себе научиться рисовать стрелки, там просто, ну, как говорится, это все мимо тебя пройдет, если ты будешь тормозить. Постолько собираться. Тормозить, да, по жизни. И тем более, сами понимаете, красота, она же дана нам, но не вечная, опять же. То есть это надо успевать, пока время не наступило, когда уже... Да, девочки, а не когда вам там 28 уже стукнуло. Конечно. То надо приходить, когда 14-15. Да, я считаю, что совсем
решается с малого, вот этот карандаш, стрелки. Если бы я не купила, мне кажется, этот карандаш, я бы до сих пор не умела рисовать эти стрелки. На работах, на кастингах бывали такие моменты, когда я все делала сама, на кастинге сама. Бывало, что такие работы были, когда мы должны были краситься сами. Как там все это быстро должно быть, да? Там у тебя есть буквально 3 минуты, все, как накрасил, так и пошел. От этого зависит, как ты отработаешь. То есть все реально начинается с малого, и если вы действительно чего-то хотите достичь в жизни, то вы делаете это, а не сидите на месте и не думаете, что все будет само собой. И самое главное, не думайте, что агент найдет вас в социальной сети и начнет перед вами валяться на коленях, чтобы пригласить. То есть, если вы хотите, подавайте заявку, пишите агенту. Уговаривайте родителей. Да, разговаривайте с своими родителями. Это действительно, я вам скажу, не так просто. То есть, ну, мама уже сказала, что она не была вначале уверена, что это так прямо все хорошо будет.